старых Химках у дома номер 19А на улице Кирова сотрудники аварийной бригады ТСК «Мосэнерго» устранили повреждения магистрального трубопровода. Глава Химок Дмитрий Волошин осмотрел ход работ. Сколько на времени нужно еще здесь делать? Здесь до 23 у нас план завершения работ. Ремонт провели без отключения горячего водоснабжения и отопления. Тепло в многоквартирный дом поступало по резервной схеме. На сегодняшний день 10 бригад. Это не только замена поврежденных участков, но и байпассирование, также замена трубы на магистрали. То есть продолжаем нормализовывать теплоснабжение в нашем городе. Отметим, что на адресах с изношенными теплосетями ТСК «Мосэнерго» устанавливают байпассы – резервные схемы для бесперебойной подачи тепла. Всего в Химках проведут 8 резервных трубопроводов. Параллельно с реконструкцией теплосетей дневные бригады приводят в порядок территории после раскопок. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.